храм. Мы сегодня купили щуку. Костик разделал, и очень много получилось икры. 528 грамм с одной щучки. Сейчас я ее протру на терочку, чтобы все икринки отделились от плевы. Потом сварю тузук. На литр воды 2 столовые ложки соли. Когда икру протру, я сначала ее промою холодной водой. Хорошо, чтобы вся эта слизь все обмыть. Вот, когда уже будет хорошо промыта икра, я ее залью этой кипятком. Закипятить этот рассол надо и залить икринки. Через 10 минут воду слить, откинуть икру на марлю и отцедить. Сразу попробовать на соль. Если будет не соленая, то можно добавить немножко соли. Если будет достаточно соли, то больше не надо. Я положу немножко уксуса, немножко маслечка растительного. Немножко это сколько? Ну, посмотрю, сколько у меня будет получаться сначала. Вот, сварю яйцо вкрутую обязательно. Вот. И сделаю такие бутербродики Костику на день рождения. У нас будет классные. Вот какая корочка. Сейчас я ее... Хорошенькая, где ножик мой? Я ее вот так аккуратненько обрезаю. Разрезаю плевочку, чтобы она меньше попадалась. Вот. И вот так вот делаю. Все, отключаю, я потом еще включу.